Не слышно. Is parts of you, or this is something else? Когда мы говорим о сущностях, что ты имеешь в виду, Стивен? Это части тебя или это? When I've used the word presence, я использую слово sort of the presence, которое на русский переводится как или присутствие, или сущность. Your life force. Можете называть это другими словами проявленной жизненной силой. But I have also used the word in the plural. Но также я использовал это слово во множественном числе, когда говорил о сущностях. Presences. Сущности. And those are just different presences in the psyche. И здесь я говорил о разных сущностях, которые присутствуют в нашей психике. So they could be important people in your life. Например, это могут быть важные люди в вашей жизни. You'll see in the exercise I'm about to demonstrate. Которые сейчас в упражнении, которое я собираюсь провести в виде демонстрации, вы это увидите. So, for example, the work that Oksana and I were doing. Например, работа, которую мы проводили вместе с Оксаной. You may remember she connected with her grandmother. Помните, она соединялась со своей бабушкой. And what we want in the work is for her to feel the presence of her grandmother. Мы хотим, чтобы в работе она чувствовала сущность своей или присутствие своей бабушки. Rather than a mere intellectual concept. А не просто выдуманную концепцию чего-то. So if she just thinks, well, I once had a grandmother. Если она просто решит, ну, когда-то у меня была бабушка. It's not going to have that much experiential value. То сама по себе эта интеллектуальная концепция не будет обладать таким значением в ее опыте. But when we tapped into what did your grandmother say to you, or what blessing did she give to you? Но когда мы затронули вопрос, что тебе говорила бабушка или какое благословение, мы использовали такое слово, она тебе дала. And if you remember, there was a very significant shift in Oksana's state. И если вы помните, состояние Оксаны изменилось на тот момент значительно. That she got much deeper a connection with herself. Она установила гораздо более глубокую привязку с собой. So we want to make sure that you have the capacity when you remember certain people that you can feel their presence. Мы хотим, чтобы у вас была способность, когда вы вспоминаете определенных людей, чувствовать их сущность или их присутствие вокруг себя. Because that begins to open your sense of self to a field. Потому что это начинает открывать ваше чувство себя в поле. And as I say, I think it'll be much clearer in the demonstration that I'm going to do. Я думаю, что сейчас в рамках демонстрации это будет гораздо более четко видно. I also with some people refer to these negative parts of their problems as presences. Некоторые люди также ссылаются на негативные части себя как на сущности или на проблемы, да? This is different from the psychological tradition. Это немного отличается от традиций, принятых в психологии. And I believe that, as I was saying in a different context, that one of the great disservices that psychology has done. И как я уже говорил раньше, одна из тех неудач или вещей, которые психология помешала нам, оказала медвежью услугу, по сути. It has individualized and objectified pathology. Она патологии сделала индивидуализированными и патологическими. And so you think of it as an it. И вы начинаете думать о чем-то как об этом. And as long as you're using the language of it, и до тех пор, пока вы будете в своей речи называть что-то это, you will tend to think in terms of violence and control. Вы будете думать в терминах насилия и контроля. So let's say that a person says, I'm having panic attacks. Например, человек говорит, у меня бывают приступы паники. What I would suggest is very helpful is to give it a place in the body. И что я бы предложил, что может в данном случае помочь, это найти место в теле. Which it has already. На самом деле оно уже где-то есть. But to be able to sense where in the body do you feel that. И иметь возможность ощутить в теле, где оно находится. So if we begin to shift from panic is something that's just all over the place. Если мы начинаем переходить от того, что паника это где-то вообще везде, to panic that lives here, до
понимание, что паника – это нечто, что у меня находится где-то вот здесь, that begins to open a greater possibility to have a relationship with it. То это нам открывает возможности установить отношения с ней. And that's what we're looking to do, is how can we language things so that you can creatively relate with it. И мы стараемся найти тот способ, формулируя свою речь определенным образом, чтобы мы могли творчески установить связь с вопросом, с которым мы работаем. So the person says, I have a panic here. Человек нам говорит, у меня паника вот здесь. And then I will put that in either a he or she language. Тогда я переформулирую ее для того, чтобы она была или мужского, или женского рода. Or talk about it as a present. Чтобы она была не неодушевленной, или начну говорить о ней как о сущности. Part of the choice is determined by what would be workable with this client. И частично я буду делать этот выбор, опираясь на то, что сработает с клиентом наилучшим образом. What I usually do is say something like, so there's something inside here. Обычно я говорю что-то подобное. Есть что-то вот здесь. That is filled with panic right now. Что сейчас наполнено паникой. Now, if you notice that language, если вы обратите внимание на то, каким образом я построил предложение, I'm distinguishing the presence from its present state. Я различаю сущность от ее настоящего существующего состояния. So there's something in you here. То есть есть нечто в вас здесь. That right now, что сейчас is filled with panic. Наполнено паникой. So who knows what it's going to be filled with 5 seconds? Кто знает, чем оно наполнится через 5 секунд? And then I will usually begin to say that. So there's you, and then there's this presence. And how does she feel? How does he feel? И обычно я задаю следующий вопрос: есть вы, есть вот эта сущность. Как она или как он себя чувствует? And of course, making this shift, you have to very carefully watch. Конечно, делая подобное переключение, подобный сдвиг, вам нужно очень внимательно наблюдать. Because most people have some version. What do you mean? Потому что большинство людей начинают интересоваться, что вы имеете в виду, как она себя чувствует. I say, well, I know that sounds strange. Я говорю, я понимаю, что это звучит странно. But there's something here that's really deep and really intense. Но там есть нечто очень глубокое, очень интенсивное, очень напряженное. And we could think about it. И мы могли бы представить это some it. Как нечто, как оно. That is a monster. Как какое-то чудовище, that should be killed at any cost. Которое нужно любой ценой зарубить. It seems like you've tried that. Но, похоже, вы это уже пробовали без меня. You've been there, you've done that. Были, выполняли. Or we could. Или мы могли бы. Think of it. Подумать об этом. As some important part of you. Как о какой-то важной части вас. And I, if you hear me, I'll say, and you hear, so I'd like to say to that presence. И как я говорю, я бы хотел сказать этой сущности приветствую тебя. And this is shifting it from the language of it. Таким образом, переключаясь от языка, описывающего сущность как оно, to what Martin Buber would call the language of thou. В то, что Мартин Бубер бы назвал языком дао. Дао. Ты. Дао. No, ты. Языком ты. Окей, спасибо. Дао. Thou art. О, thou. Языком ты, да, на староанглийском. Thou art is. So it's a human term. То есть, обращаясь к этому уважительно, по сути, на вы. So once you see this, whatever this problem part. Когда вы обращаете внимание на то, что является проблемной частью, if you see it as a living part of your soul, если это вы видите как живое, вы представляете это как будто это живая часть вашей души, it will open up a different possibility of relationship. Тогда она откроет для себя дополнительные возможности для установления отношений. You know, we know on the other side of things, мы знаем также с другой стороны, that if you want to make sure that violence is possible. Что если мы хотим удостовериться в том, что насилие возможно, you reduce the other to an it language. Вы снижаете значение кого-то другого до используя слова оно в речи. There was a great book in the 70s by an American psychologist. В 70-х в Америке была написана великолепная книга одним психологом.
name is Sam Keen, K-E-E-N. Sam Keen? Keen. Keen, с двумя «и». K-E-E-N. Keen. Keen. Mm-hmm. It's called Faces of the Enemy. Которая называлась «Лица врага». And he proposed that, «Лица врага». That the enemy was an archetypal image. И он предположил, что враг является архетипным образом. And that whenever we wanted to do violence against something, we had to project that archetypal image onto this other. И когда мы хотим применить насилие по отношению к кому-то, мы проецируем образ архетипа на это.